В Центральной библиотеке города состоялась презентация сборника стихотворений анапчанина Владимира Дорофеевича Гаврилова. Ранее с творчеством этого автора знакомы были только жители хутора «Рассвет». Теперь о творениях нашего земляка сможет узнать больше любителей поэзии. Часть выпущенного тиража уже в библиотечном фонде. В выпуске Владимиру Дорофеевичу большую помощь оказало Министерство культуры Краснодарского края. Девичья ста, щечки румяные, словно тюльпан, алые губки, зеленые глазки, люди такие встречаются в сказке. Терзала вечная забота, как лучше на земле прожить. Учеба, дети и работа, всего, что было, не забыть.